Вторая команда хоккейного клуба «Гомель» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице высшей лиги. В очередном матче вновь обыгран новополоцкий «Химик-2». Как и ранее, гомельчане к первому перерыву забросили 3 безответные шайбы. Далее игра слегка выровнялась, однако хозяева полностью контролировали происходящее на ледовой площадке. В середине матча на время показалось, что интрига возродилась, когда гости за 3 минуты дважды поразили ворота «Гомеля». Однако, встрепенувшись, подопечные Владимира Макдеева продолжили забивать и довели дело до уверенной победы. Итоговый счет 6-3.